Друзья, всем привет! Вот такую мелкую детальку мне необходимо сейчас обрезать. Соорудил вот такую конструкцию, да, ну не соорудил, а как бы у меня есть вот такой переходник, патрон на болгарку, да, и гибкий вал. Вот оно все так вот выглядит. И такая вот стоечка, я как-то ее показывал уже. Большой болгаркой, ну, можно это обрезать, но как бы я думаю, что лучше обработать вот таким вот диском. Получается, микроболгарка, можно где-то подлезть, ну, в узкие места, как бы более маневренная получается. Ну, и альтернатива дорогостоящим микроболгаркам. Единственный недостаток, вот эта вот вся конструкция, ну, сама болгарка шумит. Очень сильно, конечно же. Я сейчас покажу, как я вот обрежу. Вот эту вот мне шляпочку нужно обрезать. Вот эта вот втулочка мне понадобилась. Ну, это от какой-то мебели штучка. И я ее сейчас кое-куда применю. Но мне надо вот именно, как раз-таки повторюсь, вот это вот обрезать. Сейчас покажу, как это делается вот этой вот фигней. Шнур не скручивает, как многие говорят, поэтому это все мифы. Итак, включаю, шумно будет, я сделаю потише звук в самом видосе. Смотрим. Обрезал, вы все наглядно увидели, достаточно быстро, вот так вот это получилось. Вот мне сама вот эта, грибочек вот этот нужен, вот смотрите. И что я хочу вам в дополнение рассказать, значит, смотрите, это применяется, вот такой набор я купил, дешманский, да, вот тут всякие насадочки есть, да, для каких-то других еще всяких дел, мелких, да, по мелочи. Купил за 400 рублей. В известном магазине, затариваюсь в таких известных магазинах, потому что они более-менее за качеством следят. Но здесь есть один такой нюанс. Ну, это китайщина, конечно. Дремель очень дорого, я не стал оснастку дремелевскую покупать, но скупой платит дважды. Прихожу к мнению, что понадобится расчехлиться и на дремелевскую, потому что вот эти вот диски болгарочные, да, так скажем, пильные, да, абразивные диски, вот они в такой баночке, в этом комплекте, они очень хрупенькие, да, я, короче, пока приноровился работать, я ухайдохал, короче, сразу несколько дисков, вот они, это не разлетелись в процессе работы, а они, короче, вот так вот, пока кладешь вот эту вот, да, она стукается вот об стол, да, и он трескается. То есть надо, когда работаете, нужно, значит, делать приспособу, чтобы вот так вот вешать. Вот этот, как его, как назвать-то, патрон вот этот на гибком вале. Потому что гибкий вал такой оплетки, он весь пружинистый, и вот эта штука, она всегда норовит убежать. Так, сейчас покажу общий вид, как это вот выглядит все. Вот так вот это все выглядит, вот он. Болгарку, конечно, желательно иметь с регулятором, с регулировкой оборотов, но я сейчас вот вам продемонстрировал на максимальных оборотах вот это вот обрезь, так скажем, да, вот эти вот детальки. Плюс вот эти диски можно, конечно, самому наделать, купить большой диск болгарочный, там, миллиметровый, нарисовать кружочки, вырезать кружочки, сделать отверстия, и будет потолще, получается, диски и для более тяжелых, так скажем, работ. Так что, друзья, вот кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Вот такое вот, вот такую приблуду можно себе, конечно, организовать из этого всего. Так что имейте это в виду. Всем пока!